Ну а кому-то паводок может быть выгоден. Специалисты Омского управления Федеральной антимонопольной службы рассказали о том, как в районах наживались на ликвидации последствий наводнений. Кроме того, рассказали об итогах работы службы. В частности, антимонопольщикам удалось доказать, что цены на газ на омских заправках были завышены. Но большинство нарушений в государственных закупках. Так выяснилось, что районные чиновники нарушали закон, заключая контракты по завышенной стоимости с единственным поставщиком на ликвидацию последствий паводка. Они делали это спустя несколько месяцев после того, как режим чрезвычайной ситуации был отменен. Районные администрации ограничены во времени, что с одной стороны надо что-то делать с дорогой, с другой стороны, да, поздно поступили деньги, это объективно, но это не является причиной позднего поступления денег для того, чтобы не объявлять соответствующие торги.